Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем трек «Карнелиан». Ребята, во-первых, музыка. Она нас дразнит, музыка. Она нам говорит, ждите, слушайте, что будет. Что будет, понимаете? Очень интересное начало музыки, красивое такое. Знаете, как будто вот, как художественный фильм. Вот показывают фильм, который ты не видел. Но что ты ждешь? Очень красивое начало. Но голос чудесный, ребятки. Очень красивый голос. Красивый тембр голоса, ребятки. Молодец. Друзья, что скажу? Музыка очень интересная, ребятки. Такая, знаете, как будто вот она куда-то прям вот направляется музыка. Понимаете? И такой там Чарли играет. Понимаете? Красивая музыка, ребятки. Но голос шикарный, ребятки. И манера исполнения красивая. Да, очень красивый голос, ребятки. Очень красивый. Немножко автотюнинг добавим чуть-чуть для вкусности, ребятки. Мне очень понравилось. Голос чудесный. Так, ребятки, слушаем следующий трек. Взгляды. Взгляды. Ребята, во-первых, молодой человек, хочу сказать, ты своим голосом гордись. У тебя очень красивый голос, очень. Как ты умеешь им играть, как умеешь исполнять им песни, треки. Ты можешь пониже его отпустить, можешь повыше спеть, понимаешь? Молодец, хорошо владеешь своим голосом. Очень красивый, завидный тембр, умница. Мне очень нравится, музыка интересная. Там вот эти бэки маленькие. Там-там-там. Тоже нравится. Фишечки такие интересные. Молодец. Трек очень красивый, очень стильный. Мне очень нравится. Умничка. Она думает, мой пар. Я люблю взгляды. Я люблю сон. Когда перед танцами хрустальным домом завязывает шоты в паленом рефлором. Ты пиздишь мой стиль, скинь джинсы для пола. Ты слишком еблан, чтобы стать моим клоном. Я на студийке, это мой сьют. Чтобы потратить, на хватит минут. Я не буду.
пропущу тебя в этот уют. Да, я забыл, что в моей тема крутки. Ребятки, очень красивый текст, ребятки, очень красивый. Да, текст, классные треки. Да, текст о любви, ребятки. Я не пущу себя, тебя к себе, понимаете, не пущу в мой уют. Понимаете, ребятки, какие слова, ребят, красивые. Очень красивый текст, ребятки. Послушайте еще и послушайте текст. Он молодец, он очень хороший поэт, наверное, я так думаю. Музыка такая интересная. И все, знаете, такая музыка, ну, красивая такая. И вот такой голос, такой тембр, ребятки. Мне очень нравится, ребятки. Очень красиво исполняет. Голос и пониже поет, и повыше. Где надо чуть-чуть изюминку сделать, ребятки. Молодец. Очень красивое направление. Тебе это направление идет. У тебя очень красиво получается. Прошу тебя, на достигнутом не останавливайся. Радуй, радуй нас, нашу молодежь, своими треками. Ты очень талантливый. Спасибо большое. До свидания, ребятки.